Походу у него проходки нет. Да, мне тоже так кажется. Чинакс 25, ты закрыт на фул? Все, всем пока, я его кикаю, нахуй. Бать, бомжара, нахуй, 207-й бомж, нахуй. Блядь, мне бы такого бомжа, ебать. Да, и сейчас 207-й это вообще изи сделать. Сука, блядь. Кивай, да? Гиви, можно? Рестер друид было бы неплохо. Что, у нас никого нету больше? Сути нет. Фарина этот зашел, он пишет этот. Этот. Егор мне. Ну это вот этот, Валера, да, его зовут? Валера. Рома, если тебя закидывают сразу в пятую пати, это значит, что ты хил. Поэтому там или в ДЦ, или в хп-приста, в любого прыгай. Короче, я так понимаю, если вдруг я в ДЦ переключусь, никто против не будет. Это мы можем Конрад сделать версии калора в хп-приста. А он на литературе, если у него есть ДЦ, пусть в ДЦ спекается, и все. Ну, не, я могу спекнуться в ДЦ, но это так себе, так сразу. Не, сейчас все Фарине писать. Ну, может, у него КД? Нет. Я просто имею в виду, что, ну, на дальнейшее, если я в ДЦ, ну, переделаюсь полностью, то против не будет, что... У нас что нету ДЦ. Ну да, Санек, который Хао, он бегает сейчас на ханте. Хао бегает на ханте, версия калор, у него мейнспек ШП, поэтому мы его просим спекнуться, у него вообще это оффспек. Ну просто я разговаривал, ну, а Лисочка, как бы она там за ДЦ шарит, у меня полшмота реально, ну, за ДЦ есть. Мне просто там камни перекинуть, всякую хуйню вот это вот, и все. Ну я так себе ДЦ научиться. Блять, раз, ты два. Что, он пойдет? Бабл, 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 бабл. Истинная ротация ДЦ. Бабл, бабл, бабл. Ну, бабл. Ну, ты запомнил примерно, что нужно делать? Мне говорили про щиты. Ока. Секундочку, а мы можем нечаянно спекнуть в рестер друида, если он нам нужен, а шамана взять Вейлин? Ну, как вариант есть так. Ну, похуй, в принципе. Я не знаю, как тут килам вообще сильно тут. Не сильно. Давайте пока так. Тут нормально хилить. Го, потестим, а там уже... Не, я вот это бы переделался. Смотри, заходи, нечаянно тоже да заходите. Ну, в смысле, загружается. Фарина сейчас сказала, отойдет, сейчас идет дискорд. Даже при сумоне. О, мне же фуру надо пробить. Да. Вообще, я так посмотрел, у меня фура неплохая собралась, и только три не поменять, а то это вообще уныние. Кто там все по клаве хуярит, сидит, блядь. Не знаю, писарь какой-то, блядь. Я замутал, блядь. Чисто минус, Ростислав. За что вы так? Криори присоединяется. Это кто, блядь? Ты микрофон замутай, или я тебя реально мучу звоню? Чао. А кто это?
Ну, по идее, это РЛ, нахуй. Я думал, что Эйфорина — это он. По РЛ второго стать. Ну да, это же Ёшин. А типа говорит, что твин? Криори. Ну, здесь-то он как Криори. Он и есть. Одну минуту, сейчас подойду. Эд, мужики, объясните тактику на этого хуй. Да подожди ты, сейчас мы все соберемся, еще все. Короче, 1-1-2, 1-1-2, блядь, 3, нахуй, разродился, убил. Ну, хорош, нормальная тактика, ебать. Ну, как с бабой, то же самое. Да какой баба, нахуй, это, блядь, китайский император, нахуй, такую тактику, нахуй, придумали, блядь, аж книгу написали, блядь. Эта тактика не один год писалась, между прочим, блядь. Криори, что ты там заходишь? С ума не ли? Бля, кстати, нихуя он с тряпок вообще. 4 мага. А, он уже тут. В инсте. Угу. Давайте тогда ребафаемся. Мумура нету. А в том-то и прикол, что ты не сумонишься. А потому что он на БГ сидит. Да, ливай, пожалуйста. Пора бы, блядь. Как ты не сумонишься? Там не забудь переодеться. Успех. Бля, я так пригляделся на этот жука, нахуй, червя. Он, блядь, получает урон 4 миллиона, блядь. У него полтора. Не, ну ты посмотри по этому. Ну, мне показывает, короче, промах, блядь. Потом урон, блядь, 4 миллиона, блядь. Да-да, 4 ляма залетает. Не вижу. Все у нас тут? Вроде да. Баг раскидывает, и Леха сказал, отойдет на минуту. Все тут, Леха отошел. Так, ну, у нас получается как? СС кому кинуть? Пока никто. РДС-шники подкладают. Короче, смотрите, давайте так. Третья, четвертая пати. С ними идет туда Алисочка и Рыла. Это по хилам. Танки у нас Void и столовка. С ними туда идет, соответственно, Void. Из хантов... Ханты оба тоже в комнату идут. Сейчас я, короче, дай мне ассиста, я перемешаю, чтобы проще было, блядь. Сейчас да, релот сейчас напишу. Нам нужны те, кто будут пуржить и диспелить здесь внизу. Наверху там они не нужны. Там нехуй пуржить. Саня, короче, смотри, вы подниметесь когда в комнату, точнее спуститесь, потом подниметесь. Там будет в комнате стоять мобов, 8 штук, у них там немного хп. А в конце комнаты будет стоять здоровый великан. У этого великана какая рука светится, соответственно, на другую сторону параллельно перебегает. Это я видел на мой, да. Вот это там за этот момент по анонсе, чтобы никто не проебывался, никуда не терялся, чтобы не улетали, потому что эта хуйня очень больно бьет. Потом, после того, как его убьете, откроются ворота. За воротами еще мобы. Там их надо всех собрать, подвести наверх и еще с одним здоровым закливать. Но там здоровый уже не такой. Потом, соответственно, вот ты там видишь арка за торебом такая большая. Угу. Открывается эта дверь опять, и будет два больших круга на полу. В них наступать нельзя, надо под стеночкой. Либо слева, либо справа отойти и подойти к нам сюда, к торему, с той стороны, со спины. Угу. Когда вы дойдете, он, соответственно, прыгнет сюда вниз и начнется уже... Мы тоже... Да, и вы тоже прыгаете сюда вниз, и все, начинается пизделка с боссом. Короче, здесь внизу будут мобы прыгать с арены, они там есть разные, типа там какой-то воин, какой-то шаман, какой-то там этот... Ну, короче, не суть. Суть в том, что надо, блядь, какого-то моба, Егор, надо, блядь, шамана, блядь, или какого? Пробудитель. Короче, это моба-пробудителя, надо сразу фулл, блядь, по нему диспел, ну, про... Продиспелить его, потому что на нем там щиты, блять, и вся остальная хуйня. И он не дамажится нихуя.
И какого-то одного моба надо взять в МК, блядь. Только какого, я нахуй тоже не знаю. Завоеватель Ульдуара. Кто умеет клацать кнопку Mind Control, блядь? Мумура или литературе? Кто из вас Леха умеет? Леха по-любому сможет. Он уже этот клацал в Наксе, мы видели. Ой, блядь, да идите в пизду. Так, от его я сюда, какой молодец, сюда. С нами останется здесь Лоя. Смекалка туда. Литературе и Лоя останутся с нами здесь. Короче, третья, четвертая идут в комнату. Алисочка и Рыла идут в комнату. Версикал, Ладомир, Эфарина остаются здесь внизу. В комнату идут, соответственно, Войд. Столовка остается с нами тут внизу. Короче, вам самое главное, Саня, быстро запиздить там вот этих восьмерых мобов и, ну, не сдохнуть от этой хуйни, от руки от горящей, понял? Там говори налево, направо, блядь, ну, чтобы этот момент не проебался. И после того, как все запиздите, соответственно, приходитесь к нам сюда. У нас здесь внизу задача в чем? Получается, о литературе, Лоя, ваша основная задача, Лоя, твоя пуржить мобов, пиздить с них все, понял? То есть все шевбафы будут светиться, просто с них все воруешь и все. В литературе тебе надо будет взять завоевателя Ульдуара в main control и держать его просто. Он там будет нам давать 20% хосты. Типа, как просто еще одна... По КД, да, его? Да, его да. Просто по КД держать, чтобы у нас был нормальный ДПС, мы могли нормально вливать. Стой, вопрос. Озвучишь, когда он там выйдет там или что он завоевать? Я думаю, ты увидишь. Мумура, ты тогда тоже с нами останешься тут внизу. Там РДДшники преобладают. Будешь то же самое на диспеле по мобам. И если что, видите, что пиздец, рейд как просел. Без команды им на ХП сразу, Мумура. Надо обязательно внизу тотем от сил природы. Потому что молния бьет больно. Короче, суть в чем, блядь, мы бьем босса, он там раз в сколько-то секунд кидает вот эту свой дрын светящийся, и он там, блядь, вроде как станет на 3 секунды. И он кидает какую-то, блядь, молнию, которая заряжает вот этот столб. Вот видите, как вот возле входа, слева и справа столбы стоят со сферой с вот этой, с такой светящейся. Когда в него полетит эта молния, от нее, соответственно, надо далеко отойти и держать тренч 8 между друг другом. То есть там... Если видите, что он летит под нас, соответственно, перебегаем, то есть как-нибудь в другую сторону. То есть если мы будем бить, грубо говоря, мобов там, где сейчас вот мобы пиздятся, и вы видите, что он летит сюда под ворота, вот какой-то столб вот этот левый заряжает или вот этот правый, соответственно, он отойти туда ближе к Торему. Если, соответственно, там заряжает какой-то возле себя в противоположную сторону, держать рейндж. После того, как мы убьем этих всех мобов здесь на арене, там будет, ну, рычаг вот этот, который, видите, с левой стороны, он станет активным. Кто-нибудь один подходит, начинает кастовать этот рычаг, остальные уже все стоят под воротами, и ворота открываются, вы заходите туда. Вперед танка никто не лезет, ханты напуливайте обязательно мобов, потому что они там, во-первых, ебанутые, во-вторых, там мобы есть двух типов, есть кастеры, есть милики. Надо залить их всех аккуратно и всех вместе. Вой там всех собирает, сразу забегаешь туда в середину комнаты, чтобы за тобой милики побежали, а два РДДшника стоят там дальше. Если что-то забыл, Войд можешь добавить. Ну, на второй фазе босс, когда в центре стоит, сначала из столба будут лететь молнии, как шаман кастует Элем. Молнии в боссу. Они и на первой фазе летят. Не-не-не. Ну, я просто, может, не замечал. Но когда вот он спрыгнет, когда вот он будет стоять здесь, вот из столба, с которого они летят, в ту сторону, он потом через пару секунд кастанет вот этот разряд, который будет треть комнаты занимать там или одну четвертую. Короче, просто... я тебе скажу, нам бы хоть увидеть вторую фазу. Оно да. Работает через три пизды колена. Это не потому, что тут люди не понимают, что происходит. Тут непонятные цифры летят, непонятно из-за чего, блядь. 130 кат какой-то молнии, блядь, когда мы стоим в комнате, мобов просто бьем. Сейчас посмотрим. Так. Ну, все поняли. Эфарина, там не забудешь тотем поставить от сил природы. Да, Эфарина обязательно тотем от сил природы. Лапу бафнер. Ну все, чек на готовность даю. Фласки припейте. Да, давайте, может, да этот, подождите, не пейте фласки. Давайте, может, сапроты припьем, потому что здесь, ну, будет больно бить, нахуй. Всем дать сапроты. Давайте. Давайте сначала тренем, посмотрим. Сапроты. Так, а что сапроты, жалко или что, я дам. Нет, у меня. Давайте ГБ поставим. Я хочу уже поставьте колодец еще.
Ну, это, блядь. Я сейчас... Кидайте на Сашу обмены на меня, я раздам сопруты. Огурцы, ребят. Недорого, на. Да, я и огурцы возьмите. Угу. Давайте, у кого нет саппорта? Все, у меня есть саппорт. У меня есть саппорт. По СС-ам что? Пока ничего. Да тренки. Пока ничего. Ни БР, ни СС, не трань. Сейчас потравим, посмотрим, починили они что-то или нет, потому что, ну, я после того, как они там писали, что у них там был апдейт, они все починили, я сюда не приходил. Ну, у меня терзают смутные сомнения, что они починили, блядь. Еще кому саппорты, давайте обмены. Если к нам заходил Тень Лау и говорит, что это просто нереально, нахуй, то у меня тоже есть сомнения, блядь, что в Хейме его, ну, если они говорят, нереально убить вообще в Хейме, в обычке они его там как-то тапками закидали, то хуй его знает. Еще кому саппорты? Все дали обмен? Я уже, бля, не знаю, там штук 10 раздался, не больше. Ну пейте, всем... я не вижу, что выпили все. Давайте все, все выпиваем саппорты. Чтобы сейчас понять, у кого их нету, то тупит. Версия, а конечно, Ром, конечно, блядь, в ДЦ. Он это в хуле прости, это какая разница? Блядь? А, ну да, похуй. В хиле. Не, пусть холи, ты что? РЧ давай. Третья, четвертая пати идет в комнату. С ними идет Алисочка, Рыла и Войд. Пожалуйста. Ока, ты идешь. Ока, ты находишься в четвертой пати, значит, соответственно, ты идешь в комнату, понятно? Макс, что там, все пропили? Да, все. Супер, блядь. Все пропили. Заходите все сюда за ворота. Заходите за ворота. Давай, столовка, поехал. Они не разных должны забрать? Не, всех в кучу сводите, кливайте это дерьмо. Бурсты, те, кто в комнату идет, не отдавайте. После того, как мы убьем, точнее, у мобов начнет оставаться мало хп, Саша, блинка, если туда под рычаг и начинаешь его кастовать. Он станет активным только тогда, когда мы их убьем. Понял. Все, можешь уже идти. Сейчас вот мы убиваем оба, таймер пошел. Все, вот быстрый сложный режим, у нас 3 минуты есть. Стали здесь с рейнджой, тотем от сил природы. Рейндж между собой наберите такой, я не знаю, метра 8-10. Где этот пидор, которого мне надо майнд-контроль? Этот еще рано. Сейчас калитка закроется, вот мобы залетают. Этих просто заливаем. Мамуров, а ты не должен идти туда? Мамуров остается вот, с нами. Левее возьмите, а-а-а. Видите, у него рука впереди, моб большой, у него рука светится. Вот сейчас правая светится, значит всем надо... Ой, ну, точнее, да, всем, короче, за луной бегайте. Так, Алисочка уже умерла, безвредно умер. Мобов сводите в середину, бейте. Молоток полетит. Моб какой-то уебал. На другую сторону перебегать. Короче... Вот это у моба, а те, кто внизу, Мумура, Версикалор, почему вы его не пуржите? Мы умерли в комнате. От руки? Нет, от моба. Да, вначале, да. Там мобы еще рука. Надо контролить мобов просто и все. Нет, мне просто мобы. Ну, я и говорю, надо контролить мобов. Миликов надо контролить, допустим, корни кидать хотя бы одного, потому что их слишком много, они дают станы, и под станом я просто стою на месте. Есть вариант припить фласочку, блядь, эту, понял? Вы свободу мы есть? Так делали, да, мы так делали. Ну, это в десятке еще можно зергать, а здесь 25-ка, у них хп больше. Ну, агро сорвут и сдохнут просто РТДшки. А их аккуратно получится выпалить? Куда там ТП? Сейчас пробовать будем. ТП, куда? Последнее. Угу. Нет, оранжерея жизни, короче. Ну, предпоследнее, типа. А. Ты сказал предпоследнее? Потому что да, я услышал только последнее. Не, предпоследнее. Последнее так Мимирун. О, да. Давайте по МК. Я слой обмениваю, Сёка с лордом. Время, деньги, друг.
У нас на самом деле то, что вы в комнате сдохли, это хуйня, но сюда внизу тоже пиздец происходит. Ну все в контроле дело, сало, станы, контроли всякие. По-другому. Да не, внизу на самом деле легко, пока мы. Первая волна у них там вообще нету ХП, вторая волна выходит, там уже начинается трэш. Их сводить надо или нет? Просто я смотрю, там один просто бегает с ним, катится. Какой-то... Их можно сводить всех, пиздить, кливать, это не проблема. Главное с них все диспелить. Чтоб на них не было ни щитов, ничего. Лоя, литературе, мугуров. Mass Dispel? Mass Dispel с них не снимает. С них не работает эта хуйня. Это там Mass Dispel можно снять там Берсу, ну типа я имею в виду Геру, там еще какую-то хуйню. Здесь надо точечно просто протыкать всех, продиспелить и все. Эфарина, если получится, помоги по ассисти им по диспель. Ну, вы все поставьте эти метки. С ними же проще. Да, блядь, метки вообще легко, блядь, наставить, когда мобы летят каждые 2 секунды, блядь. Не, ну сейчас наставьте. Рыбы тыкай. Сейчас что вставить? Они сейчас зачем тебе? Он не понимает, блин, ну ты чё? Ворота слева, куда заходить всё. От молнии, чтобы убегать. Тут еще надо до этого момента дожить. Мы сейчас будем траить, траить, траить. Может, начнут люди понимать, что происходит. Литературе, Лоя и Мумура. Ваша основная задача – диспелить мобов. Все хорошо. Тёма, о чем ты спрашиваешь, когда ты должен с нами в комнату идти? Какие тебе метки? Я говорю Лоя? Им, что проще было отбегать. Ты за Лою говоришь или за кого? Нет, за Рыла. Он-то с нами должен идти. Да я с вами метров. Иду. Вот тут метки должны стоять. Чтобы они отбегали от тотемов вот этих, которые заряжаются, блядь. Да это, блядь. Так там и так визуально видно, тебя молния хуярит, отбегаешь от нее, все. Ну-ну. Пиздец же будет. Все, ребят, давайте. Стопнули в клуб. Чек на готовность. Паф, доверьте. Давай. Кто там квадрат? Подождите, так, подождите, подождите. Заходи в комнату. Почему у нас поехали половина ХП? Потому что там баб кидают. Поехали, поехали. Вот, а попробуешь просто аккуратненько выбрать? Да, сейчас будем пробовать так. По-другому там никак, там не зельгануть ее. Надо их и потихоньку, и одновременно быстро их убивать. То есть... Быстро это хэ. Ну, тут же люди тоже будут. Им надо тут как можно быстрее к ним прийти. Погодите, я помню вас. Это было в горах. Но вы... Никто вперед Войда не бегите. В комнату он в ту пока вообще не заходите. Я скинул. Напуливайте там в танка жестко, чё рыло хуя? Я не знаю, чё меня хуярят. Они шипаются. Вот этого завоевателя, вот его надо в МК. Да-да-да, по МК надо. Бери не в МК его, не бейте, убейте. МК. А как вот, как, кто убил, мобы что ли так убили или чё? Отойдите, ну, да. Сука, у вас молния хуярит, ну маг, блять. Это ШП, отойди туда, всё. Класс. Отошли, да. отошли туда. Я кое-что понял. Ну мы в комнате опять сейчас. Они походу через стену, слышишь, хуярили, да, стояли? Да. Они пидоры, через стену блядь. Бьют, но они шипаются, понял, какая хуйня. То есть они эфиряются, соответственно. Ну все, значит назначать. Не-не-не, эфирять нельзя, не воспринимать. Эфирять нельзя, да. Шипать, ну, шипать. Шип точно работает, вон он до сих пор еще в шипе бегает. Ну то вот. То есть с нами идет Бока, получается, да? А, ну нет. Не, ну все маги идут. У нас а мобов пизда. Ебать, он хуярит. Он через стену хуярит, блядь. Да-да. Я не знаю, как это убивать. Просто не знаю, блядь. Ну там тамак бешеный, пиздец, блядь. Такое ощущение... У нас стоят пробудители, которых никто не заливает. Они хилят нахуй мобов. Ну про это и говорится, что надо диспелить их, кикать. Короче, это пиздец. Филигранный контроль, блядь. А это типа с хардмодом было? Нет. Так, какой хард? Тут хардмод на время, тут нихуя не меняется. А,
Тогда что, да, хардмод как у Хадира примерно, успели за 3 минуты. Короче, те, кто на арене находится, заливать надо пробудителю. Вот первые только увидели его, сразу в него нахуй все кнопки отдали. Его просто надо сваншотить нахуй. Там проблема в том, что их по 2, по 3 выходят 25. Да, это проблема в том, что они выходят по 2, по 3. Но у них там не миллионы хп там. 500к, блядь, ляп и все упал, ляп и упал. Ну 500к не скажи, что прям, блядь, все равно секунд 10 бить надо. А 10 секунд это сколько контролей у него дать, сколько сбивов кастов? Он очень быстро кастует. Там и надо чисто этом... сало ему вставлять нахуй, потом стан, блядь. И при этом он не притягивается. Это да. Ой, сука, че лежишь? Сука. Ну я хуй знает, ну такое ощущение, что они с X2 сюда ульдуар поставили. Ну он, блядь, нереальный для такого шмота. Слишком. Ну у них слишком, блядь, высокий урон. Прям слишком, да. Блядь. Кто-то же в десятке троили? Там так же? В десятке, ну, да. Мне сказали, его вообще без ХМа очень легко убить, типа. Ну а да. А вот в 25-ке там тяжело. Дико извиняюсь. Поставьте шкаф, лисайся. Чё-то я, блядь, единственное, что понял, что через стену эти косты, блядь, хуярят пиздец, блядь. Ну это сейчас скажу, то есть мы это можем идти, по крайней мере, первый этап. То есть с нами идут 3 мага вместе со мной. Мы сейчас просто раздадим шипы и будет всё проще. Слышишь, косты по 11к, блядь. Врыло 2 коста, блядь. Кочка с полсекунды, блядь, ему за... секунду, блядь, 2 по 11 прилетело. Да. А лисочки то же самое прилетело. Короче, и чтобы было память. Людям понятней, грубо говоря, этот босс это как, блядь, чемпионы, блядь, вык. Тут надо контролить, надо сбивать косты, надо диспелить. Тут нельзя просто собрать в пачку и закливать, нахуй. Выключить аспект, у кого стоит. И то это первая фаза, блядь. Да. Надо потраить, чтобы хоть что-то начали люди понимать, что тут происходит. Ну да, как бы. Основная задача это, блядь, диспелить, сбивать косты. По ключевым мобам. Пробудителей первых надо убивать на арене. Я уже забыл, как второго зовут, которого надо в МК взять. Завоеватель. Завоеватель, литературе, запомнил? Да. Возьми сразу в МК, это нам даст ауру, это нереальный буст. Фарина? Только не пиздожьте его, блядь, как ополовший. Так, секундочку, внимание, вот 3 мага, которые со мной идут, я и, получается, Око и Лорд. Короче, как только зайдем туда, первым же, вот, которые к нам побегут, сразу их никто не бейте, мы их сразу шипнем, потом мы идем дальше шипать, которые кастуют типы. То есть мы первых шипаем, потом вот так же, как и стояли, получается, за поворотом, также остаемся стоять, чтобы нас не бил тот моб, который рукой бьет. А мы с вами, 3 мага, выходим аккуратно и шипаем тех оранжевиков, которые, блядь, ну, там стоят и через стенку кастуют. Ну, там определимся как. Там тоже смотреть надо еще на моба, который перед нами будет стоять большой. Какая рука у него светится, отходить на противоположную сторону, чтобы он нас не убил. Потому что, ну, там по всей длине, короче, ебашит, как я сейчас понял. То есть все, мы вот их шипаем, после этого все вливаемся вот в этих милишников, которые добежали до Вайда, там, напулили и так далее. Примерно этот моб, вот такая, который тактика. В конце стоит, это как в вершине Утгарда, дракон пролетает, соответственно, надо прижаться либо налево, либо направо. Да-да-да, все правильно. Желательно, давайте так, мы же все арканы, давайте отдадим туда величие разума, вот на тех мобов, которые кастеры. И отдавать будем по очереди, да? А, фаер. Ну, похуй, ладно, ну, ты отдашь в последнего, получается, который будет без, ну, без шипа. Ничего страшного, что. Давайте все заходим в комнату. Пуляй стол.
Давайте на позицию, кто там рычаг нажимать будет. Ой, так же вот стой за углом, короче. Вы, можно короче... миликов даже можно не шипать, я ну, новую им отдать попробовал. Угу. И маги, пойдемте дальше сразу. РДДшники стопайте, РДД... ну кроме магов. Да, РДДшники все стоите просто вот тут. Ты чё там, кто там? Вот я вижу кастера одного, вижу ты и дал, хорошо, я второму там... даю. От руки только не сдохли? Всё, отойдите, отойдите. Ока, подойди к нам. Завоеватель, отбери его ФМК. Беру. Женек, не бей его, блядь. Ушли оттуда нахуй. Заебал. Убивайте мобов. Нажми там скилл или чё, чтобы лауру пойти. Нихуя нет. А, есть, всё, работает. Работаем по мобам. Пока идем нормально. Уйдет. А, ты, блядь, Алисочку бьет моб какой-то, блядь. Блядь. Я их или. А, не пронес первый. Ребят, да. Сейчас будет вас, Амура. Вам всем пизда сейчас придет. Налево. Ну на опять эти вот эти прислужники, они это кастанули вот эту кару ебаную. Направо. Еще стоим, он по левой карте. Да не лишь, блядь, с контролем. Можете отойти за угол и никуда не бегать, типа. А, он не достает, да? Да, вот за углом он не бьет. Так, ну, в принципе, нормально, мы, короче, тут справляемся. Ну, плюс-минус уже ясность какая-то хоть так, есть. Так, а что, мы убили, что дальше? Не все померли. Идем дальше и бьем этого моба. Так, отойдите. Мне кажется, ли у вас войт? Тут все мертвые уже, хилов нет, они, ну... Сейчас направо. У нас тут вообще перестаем, я не вижу смысла. Мне ж, блядь, смешно, нахуй, вы такая мясо, ебать. У вас что на арене? Это пизда. Много мобов, да? Ну, штук 70, блядь. А, ну, тут да. Еще мобы резнулись. Нормально. Нова на них, ну, не работает. А они к тем побежали, хуй с ними. О, а, это ваши мобы к нам пришли. Да, здравствуйте. Это новые, они резнулись. Понял. Они резнулись, этот, когда вот этот хуй выйдется, они появляются. Ну, короче, починили, вы видите, все работает, ебать, как часы, нахуй. Дайте я хоть на арену, что там на арене посмотрю, происхожу. Короче, знаете, что тут надо делать? На арене два вида мобов, с которых что-то пужится. Это пробудитель и завоеватель. Да. Завоевателя пиздится щит, который поглощает дамаг. И хилка, которая там у него тиками хилит. Это не завоеватель, это пробудитель. А у завоевателя, как у ДЦ приста, хилка тикающая. Это все, что надо пиздить и отслеживать этих мобов. Все остальное просто заливается. Да, там надо только не пиздить, одного из них взять в МК, чтобы он Амауру дал. Ну, либо так, и все. Я вот сейчас старался пиздить точечно, чисто этих мобов отслеживал, все остальное заливал. А что ты делал, когда куча мобов стало? Мы 2 или 3 волны, блядь, дали нормально, блядь, а потом уже мобов стало слишком дохуя. Да, в какой-то момент дамага не хватает, и они копятся. Надо заканчивать 3 их сливать. Давайте я буду на арене, я еще кто-то. Давайте на волхаке пройдем, короче, к Ториму. Я тебе скажу, у нас была хуйня, мы, блядь, бьем Торима, блядь, и нас выкидывают с игры. И у нас остается Суф там, блядь, понял, за ним. Мы здесь стоим, блядь. Мы, короче, мы пулим босса, блядь, короче. Все красиво. Суф его пиздит, ебать, но он, пидор, не прыгает сюда. Слышите, саппроты бесполезны. Знаете почему? Потому что они холи школой бьют, блядь. Здорово. У нас молния внизу бьют. Это не холи школа. Ну, в комнате холи школа. Подожди. Смотри, Кирюха, что у вас тут миликов получается дохуя, да? О, тут, короче, проблема в том, что... Кастерам не дадут кастовать. Молоток этот летит, сбивает каст, и им надо все время бегать. Ну да, милики тут вообще огонь. Но все равно нам не хватает дури. Давайте мага еще к вам одного отдадим. Чтоб он тоже помогал, как бы это. Ну, там снимать хуйню. А мы вам дадим Женька? Нет, нам не надо. Не, давайте не Женька, давай моралька нам. Да зачем надо? Для Женька там слишком сложный контент. Женек!
Все нормально, блядь. Чисто такое. Короче, мах, который вот этот фаер, пуржи просто все, что видишь с мобов. Ну, Луя только что сказал. Что-то типа. Контроль вроде не надо. Короче, в пробудителе можешь сало тыкать, чтобы они не кастовали. И пуржи все. Так я что, в коридор иди? Мы сейчас с РДДшником? Да-да-да, в коридор идешь. Саня, так, у хилов, получается, которые молнии бьют, они, у них приор хилы. Они только в хилов хуярят. Поэтому напуливать надо нормально. В смысле, у них и даже агро не перебиваются, они тупо в хилов ебашат. Не знаю, ну я ходил в десятки, я напуливал один там, и у нас все было красиво. Сейчас поменяйте коня. Ну в десятке мобы вообще не бегали, просто так никого не били. А Ока, ты остаешься на платформе, а в... Пайер пойдет со мной, то он там. Давайте еще раз просто попробуем и сразу напулить нас. Прям, как мы только в комнату ворвались, короче, я побегу. Я тебе скажу, я делал как, я даю триксы и на спринте, блядь, бегу вокруг всех мобов и хуярю веера, напуливал их всех надолго. То сейчас так же попробуем, я просто побегу. Потом давал по ним шоквей, блядь, и мы их кливали. Звучит как план, только шоквейва нет. Давай ты с нами пойдешь. Давайте я могу в танк и пойти с ними. Вот это я плюсую за второго танка. Два танка в комнату, блядь, это сильно. А надо. Там на босса, возможно, три понадобится, он может шотнуть какого-то. Ну, типа, мели крита не будет, а так. Давайте так далеко не забегать, блядь. Все равно стабильно. Давайте сначала пройдем хотя бы вот этот момент, чтобы мы пришли до Торима и спустились. Уже другой момент. Изи мод, пацаны, блядь, все нормально. Бафай, не забывайся. Ну вы да, бафайтесь, что-то как-то по бафам скучновато. Кулака нету у пороги, дайте пороги. Это баф вообще нет. Давайте, все готовы. Заходите. Ока, ты понял, тут остаешься. Лорд, идешь со мной. Заходите в комнату, кто там стоит? Асмодей? Следующий трай я фаер спик. Давай. Ока. Ока, заходи тоже. Зашел. А, все. Ну без маны. А, подождите, у него он в фаере там спикнулся. Чуть маны ему, подожди. Ча, рыбу поем тоже. От того угла подальше отойдите, на вас баф вешается. А нельзя туда моба в МК взять, и чтобы он по 4 ляма хуярил, блядь, и мы разорвали нахуй его, блядь, не? Кстати, тоже об этом. Какой из мобов столько бьет? Ну, какие-то из них, которые стреляют, все, блядь. Там один моб, который на 500% увеличивает. Все, пуляй, столовку. Чё, я сейчас убегу и сразу напулю, да? Да, давай. Сразу попробуем. Резко напуливайте вдвоем в него. И какой молодец и смекалка. Оба напуливайте сразу в Вайда. Масухой, блядь. Далеко не бегайте, РДДшники. Они, блядь, привезут же к вам. Ну все, типа, напулю. Только у меня ебут, почему-то. Женёк, вот, блядь, твои бомжи ебаные, они вообще нахуй тут были не нужны, блядь. Давайте, берите в МК, кого там надо, блядь. Следующий. Пробудите, играйте. Аккуратно, аккуратно. Уйдите, уйдите за угол. Из-за угла, ну, никто не высовывается. Следующего пробить. Стойте пока. Тихо, тихо, не выходите. Он с этой стороны бьет ближний к вам. Там один, да, остался. Поменял? Еще раз опять, бьет опять с этой стороны. Обратно, обратно. Назад, 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 назад! Хил. Все,
Все, я сагрил его на вас. Сейчас с другой стороны бьет, можно так, нормально. Моба быстро. Опять с другой стороны, все нормально. На левую сторону прибегаем, на левую, и идем вперед. Вот сейчас на левую. Там наша сотня. Пизда на. Вам пизда. Почему? Почему нам? Мы же на арене сдохли, сейчас смотри, там какая-то молния залетает, ты весь рейд ляп нахуй. А видите, лежите, как вас так ебануло? Вот почему, народ, вас бьет молния, вы стоите дальше этих мобов, бьете, отбегите вы от этой гребаной стенки, чтобы молния эта не заряжалась и не убивала вас. Давай попробуем пройти дальше, спрыгнуть. Нет. Каст. А чё каст не сбили? Нихуя прикольный каст, ебать. 60 тысяч. А он не сбился, но я кинул КС. Да? Но он под щитом был. У меня без щита был. Женёк, а ты когда таргетишь мобов, ты умеешь читать их ники или нет? Там похуй, просто ебашит, на кого бог пошлет нахуй. Ну я смотрю этот урон, нанесенный, блядь, по пробудителю, которых я сказал играть в приоритете. У меня, блядь, 200к, у Егора 175к, блядь. У Артстайла я вообще нахуй его не вижу, блядь, в списке. У Женька тоже. Не, пробудителя у Женька 66 напишет. Ты дохуя, блядь. Я ревогнусь. Когда у меня 200, блядь. Наверное, эти чумой задел. Да, сука, мор ебаный. А кто вас шотнул-то, блядь, на арене? У нас люди не видят, что такое молния, блядь, и надо отходить. И пробудители, блядь, бью я и Егор, блядь. Ну, я тоже когда беру ВМК, молния, там хуярь, я не знаю, что делать. Но бьет по мне. Старайся, Артём, брать пробудителя в центре, понял? Лёха. Лёха. Тёмыч, ебать. Я уже перепутал с рылом. Бля, ну у нашей пачки прогресса уже. Давайте, потянем. Не, я просто беру ВМК и все. Он мне хуярит. Только старайся в центре прям комнаты брать. Взять. Я хочу кое-что сказать, ребята. Давайте подумаем. Вот мы ХМ не сделаем стопудово. А в комнате залить, законтролить мобов нужно меньше людей. Поэтому давай просто больше людей отдадим на арену и пойдем меньшей пачкой сюда. То есть нужны контроли от магов, нужно, чтобы хилы не сдохли. Два ханта по-любому нужно. И, ну я не знаю, ну это человек, чтобы 5 ддшеров были. Все остальные нахуй на арене пускай выживают. Смотри, давай делаем так, смотри, смекалка, какой молодец, Саша, маг... Сова туда точно идет. Это пока сюда. Этого пока сюда тоже. Мораль точность. Так, Саша идет в комнату. Хант. Маг нечаянно. Еще хант. Асмоды пока сюда. Ага. Давайте вот так, смотри. Мы заберем себе мораль. И Мумура и так с нами был. У вас, получается, пойдет тогда два мага, два ханта, сова, безвредный. И давайте Асмодей. 7 человек туда пойдет. ДДшников, 2 хила и танк. 10 человек пойдет туда, 15 останется тут. Все запомнили, кто что делает. Так, давай я сейчас сделаю так, чтобы было проще, блядь, чтобы сразу было все понятно. Так, Войд сюда. Это сюда. Алисочка туда и рыло туда. Этих всех раскидаем, как получится уже, блядь. Короче, смотри, третья и четвертая пати идут в полном составе туда. Первая, вторая, пятая остаются тут. Понятно? Можно всем? Расскажу. Смотри, какой молодец, короче. Мы с тобой сразу бежим туда, да? Смотри, они бегут в два кемпа мобов. Давай первый кемп на пулю ты, второй кемп на пулю я, короче. Там потому что времени не хватает на второй, короче, на пулу. А подготовка что, не работает? Ну, блядь, это время. И тем более, блядь, на кого я тебя юзну за, блядь, за колонны, нахуй, блядь, на пул? Ну, ты решил, давай. Не хватает до второго времени на пул. Ну, ты вот второй на пул откатится с нажатием подготовки. Так, а как я тебе на пул, если у нас люди стоят за стеной, блядь? Мне надо же вернуться, на пул кинуть. А, мабу, ну, ладно, пусть так сделают. Лорд, мы сейчас как так же сделаем по этим, по шипам. Все было красиво, в принципе. Заходите в комнату, баф проверьте. Кушаем. Первая, вторая, пятая остаются здесь. Маги, фулл пурш, Мумура то же самое.
Женек, отойди назад чуть-чуть. Литературе точно так же берешь одного в МК, Мумура всех диспелишь точечно, и оба мага тоже диспелят точечно. Первая цель, которую надо запиздить мгновенно, повторяюсь, пробудитель. Понятно, нет, Женек? Первая П, блядь. П? 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 Не какую-то хуйню бить, которая ближе всего к тебе, и надрочить, блядь, ебалом упасть на клавиатуру, Алексей. А пробудителя, блядь. На территории зайди, блядь, вовнутрь, пожалуйста. Все, пуляй с того. Да, блин. Пока не начнут убивать приоритетных мобов, у нас нихуя не получится. Алис, нажмешь на рычаг. Стой, подамажь. Все, подтягивайтесь, все. Давай. Идет в комнату. Первый, короче, ты град пулешь, второй я, дальний я, который. Все, давай. Так, майнд контроль, кого беру? Завоеватель. Все, дальше не бегите, стой. Только попробуйте. В центре стой, чтобы его взять в МК. Прям в центре. Стоим все сейчас, кучно, эти мобы помойка, их надо закливать. Нет, я на боже. Так, Алисочка что-то там отъехала. Вот, завоеватель. Его в МК, его бить не надо, блядь. Да вы чё, блядь? Опа. Пацаны. Нечаянно, БР, не Алисочку. Столб засветился, ей туда. От него отошли. Этого убиваем, завоевателя. Пробудители вышли, двое штук, быстро залили их. Диспел их. Фулл диспел. Неудачники. Стой, зашительные. Назад. За пацаны умерли. Все, можно. Можно? Налево. Аккуратно. Сейчас. Вот там пизда, их опять сложила, блядь. Падайте. Что такое за разрушительная молния, которая меня ваншотнула на 200 тысяч? О, вот это она, блядь, за то, что я тебе говорил. Ну, нормально, я считаю, отличная штука. Ну, мне кажется, смысла нету троить. 30к. Я думаю, блядь, я думаю, вправду починили, все классно работает. Ну, а вы заметили, с чего вас на арене убивает? Вроде вас больше. Ебать, только что сказали, дядя. Она по 30к въебала по всем. 30, там 33к, блядь. Там нет. Какая-то хуйня с кнопками вообще непонятная, блядь. У нее в спилах самое интересное нету, нахуй. Нет, да, мы все сидели смотрели, у всех мобов и у босса таких способностей нет. Что это за молния, блядь, откуда она нахуй? Некий разрушительный шар, что искрящийся шар, что за искрящийся, видели шар? Короче, это когда, это короче... Это с другого инста прилетает. Нет, это когда когда умирают либо там, остальных добивает, типа, эта хуйня. Че, ну, пойдемте тогда Мимирона помочь. Я не вижу смысла вообще нахуй этого тратить. Но оно работает очень криво. Залетайте в последний портал. Мимирон поинтереснее будет, там хоть трэша нету. Мимирон страшнее, Торим. Да ну нахуй, да, Мимирон легкий. Главное, четвертая фаза, блядь. Да, главное, чтобы он когда начал стрелять... Я хоть... нашел, походу, блядь. Не-не-не, не надо. Кого, нет? Мимирона, блядь? Не, не надо. Да это хуйня. Не та хуйня, Макс, нет. Ну, по иконке та хуйня. Ну, а ну. Не, это не оно, это когда он... Че? Когда он приземляется на арену, из одного из столбов периодически в него летят молнии. И вот эта хуйня есть. И он потом поворачивается лицом к этому столбу и дает разряд молнии такой, как моб в ульдваре, где кошатница. Это на второй фазе должно быть, у нас на первой. У нас на первой это хуйня. Короче, этот... Это... Блять, сильно было. Это мы знаем, мы тут били, блядь, вторым статиком, трали, блядь, что к бомбам подходить нельзя, просто мне было интересно, сколько человек сейчас умрет, когда начнут ее бить, блядь. Вот эта вот херня, которую я сейчас линканул, вот она шот. Я не видел никакого шара, просто оно вот так вот. Все. Из стены вылетает и дает въебало. Не, ну, блядь, может... Залетайте в последний портал. Не так, это явно. Залетайте в последний портал и спускайтесь вниз по лестнице. Надо разобраться сначала, чё... Потому что, почему, блядь, другие гильдии нахуй проходили эту фазу, ебать, а у нас она, блядь, имбаланс, наверное. Значит, что-то мы делаем не так, ебать. А не, типа, не в боссе дело.
что он неправильно работает. Слушай, я вот смотрел этот стрим, кто-то мне скидывал, как ГВП убили, блядь. Но они хотя бы добегали. За два часа я увидел, блядь, лучший трай, нахуй, они выбили Торима 6%. Это было классно. Бля, ну они хотя бы добегали. Да, они добегали, блядь. Но 6% выбить, это вообще сексуально, блядь. Но это было до фиксов, которые на Торима. Сейчас, может, там по-другому совсем. Фиксили-то не трэш, а самого босса. Короче, рассказываю, что происходит тут. Вот первая фаза, он в таком танке сидит. Короче, во время боя будет кастовать скилл такой, как на железном собрании. Маленький кастует, отойти надо там на 20 метров. Если не отошел, ты сдох. И по вот этому кругу, вот где он стоит, по кругу, будут раскидываться мины. На мину наступил, тоже, соответственно, сдох. Поэтому следите, когда вы в момент разрядки будете выбегать, следите за минами. РДДшники просто в этот момент, тут на первой фазе, стоите по кругу, под вас будет кидаться огонь. Соответственно, с него надо просто выйти и все. А потом, после того, как мы убиваем первую фазу, будет вторая. Там она рандомно стреляет во все стороны, поэтому не кричите «танк агро», блядь, там еще какая-то хуйня. Оно стреляет рандомно во все стороны. Просто бьем босса, и то же самое будут вылетать ракеты. Будет появляться войд-зона красного цвета, такая же, как на этом Келе в Наксрамасе, на Ласте. Вот, соответственно, с нее надо просто выйти, и все. Бьем босса, блядь, нихуя сложно. Вторая фаза, блядь, самая простая. Да, тут, кстати, нужен один танк, второй можешь спекнуться в ДД. Это саппорт или ДД-фаска? Да пускай в саппорта висят. Че, в ДД, значит, да? Дальше, короче, вторая фаза. Ракеты, и просто бьем его, и все, там нихуя сложного нету. Потом будет такая хуйня, способность у босса, я не помню, как она называется, пиздить не буду. Там надо стоять, стараться все время за спиной босса, он по часовой стрелке будет стрелять такой херней, как вот, грубо говоря, у Аркан Мага стрелы. Если вы перед этой, вас эта стрела попадет, это сразу ваншот, она 100к бьет. Следите, старайтесь стоять за боссом все время за спиной. Крутиться он будет по часовой стрелке. Лазерный обстрел называется. Да. Там надо пробежать будет полкомнаты, грубо говоря, блядь, у него за спиной и все. Чем ближе вы к боссу, соответственно, тем меньше вам бежать, тем он вас не догонит. На третьей фазе он, получается, в башке. Будут появляться мобы. Бомбы, блядь, которые взрываются, такие как на входе. Он там кто-то у нас был сапером, блядь, сыграл сапера. И два типа других мобов. Они беспонтовые, но там надо поставить лут каждый за себя. И с одного из мобов лутать магнит. Магнит буду лутать я и кидать в эту бошку. После того, как я кидаю магнит, он садится, соответственно, и все милики могут его бить. Потому что босс будет летать в воздухе, по нем будут играть только РДДшники. Когда убиваем и бошку, четвертая фаза, он собирается все вместе, блядь. То есть надо будет и отбегать, и не наступать в мины, надо будет уворачиваться от этого ебаного обстрела, и не стоять в войд-зонах, и не купаться в огоньке. Но когда он соберется, у него там типа будет мало хп, там по 50% в каждом куске. РДДшники, соответственно, ебашат голову, милики половина, блядь, грудь, половина середину. Там потом надо будет по хп уже регулировать, там смотреть, кто во что будет играть. Ну, типа, надо убить все одновременно с интервалом в 15 секунд. Все понятно. Огонек, сопротики, блядь, вся хуйня, поэтому аккуратно. Смотрим. Заходите все в комнату. Надо пощупать, чтобы все начали понимать, что происходит. В принципе, мы в десятке тройнули его раза 3-4, и у нас начало все получаться. Мы доводили его до четвертой фазы. Причем на изи вообще, никто не умирал даже. Блять. А, без смертей. РДДшники, станьте сейчас как-нибудь полукругом, типа так, на рендже. Милики, следите за минами. Мины будут по вот этому кругу, по внешнему. Если вы наступили, вы сдохли. И там милики по вот лава. Когда будет каст, я буду говорить, отошли. Служи, выходим сами, я не буду это анонсить. Кирюх, я а не на думаю, касте там тоже выбегает, отбегает? Да, да. Сашу прохильте там, блядь. Отошли. Смотрите на мины внимательно. Так, Женек, ну я даже не сомневался, блядь. Старайся отбегать хилам, крейду.
Это похуй. Просто выбежать от, на 20 метров от середины. Там просто с первым кастом в него плазма летит. Там. Саня, я тебя не вижу где-то. Мины опять раскидали. Смотрите внимательно. Мины, кстати, убивать можно, нет? Нет. Они потом сами исчезнут. И они пропадут. Отошли. Так, ну столовка, да. Что-то не получилось. Не в ту сторону побежал? Прямо газоном. Понял. Ну и все, этот... Да надо было развернуть мне его и все. Да надо было, блядь, просто зеленку прожать, она бы тебя не убила. Вайпайтесь. Вы если хотите, могу поговорить, что столовки делать. И... Да не, я не понял. Ты видел там заряд плазмы такой? Подойдите все к боссу. Подойдите к боссу. Ой, что-то это... Боль. Да, доктора. Это почти что как... Не надо рейнджевикам убегать друг от друга. Рейнджевикам здесь не надо никуда бегать. Я говорю, отошли, это значит милики ушли. РДДшники хуярят без остановки на этой фазе. Да, и далеко не, Сань, не надо бегать, надо... 20 метров. Да, ну не, да, 20 метров. Я тебе говорю, на 20 метров во время каста. А вы когда стоите, стойте там 8 метров друг от друга и все. ДЦ нужен, да, согласен. Сейчас, подожди, во-первых, блядь, надо хилов обратно перемешать, тут какая-то хуйня получается. Так, это хил, рыло хил, версикалор, этот, мораль сюда. Да касс на 102к ёбнул. Лисочка, этот, зеленку жми. Не-не, я успеваю убегать, но прямо побежал на босс. Рома, слетай в Долорант, сделай себе ДЦ. Ты столовка про чё, про шоковый разряд говоришь? Угу. Короче, ну вот в зеленке не должно убивать, правильно? Да ему нужно тоже отбегать. Просто дело нет, в том... Нет, да понятно, я вообще говорю. Да блять, не знаю, сколько он там бьет. Да много бьет. 102к по мне ударил. Не, он только с незыблемостью зеленкой выживет. Но ему нужно отбегать тоже. Там другой еще, да, каст есть. Нет. Который вы не анонсили, не объясняли. Ну огонь этот или что? Сейчас напишу. Ставьте шкаф. Вот этот вот взрыв плазмы вешается на танка луч. И он бьет каждую секунду по 17 тысяч. Вот. А вот это... Сопротивление эффекта невозможно. Сопротивление чтобы... невозможно. Только эффекты снижения урона. Либо поглощения. То есть панцирь, щитки, незыблемость. Он раз в секунду... А, нихуя себе. И он, дело в том, что он его с первым шоковым, он кидает в него луч вот этот и сразу шоковый кастует. То есть ты отбегаешь, и в тебя уже луч идет, ты уже должен под прожимкой быть. И ты должен mm-hmm. отбегать хилам, чтобы хилы тебя захиливали. Если ты напротив хилов убежишь, ты можешь сдохнуть. Столовка, ориентируйся тогда выбегать сюда в сторону выхода, входа. Mm-hmm. Так, дайте по роге кулак. Засумонили обратно Рому? Сумоню. Просто хилы распределитесь тоже по комнате, а то, блядь, я вот пошел налево, и там вообще хуй. Я прибежал к одному шаману, а цепнухи вообще кого-то других костей. Рома, тебе сумон приходит, нет? А что он залез на танк? Да тут, Саня, это, далеко не надо отбегать. Тут нас особо ничего не мучает, кроме этой лужи огненной. Это не лужа, это не лужа. Это кидается на одного человека. Вот эта хуйня. Вот он два раза меня. Это кидается хуйня. То есть 7000 наносит сразу и потом тикает. Ну. Просто сейчас разбежались по всей комнате. Я с этого конца не достаю до той. Да, поэтому надо стоять. Сильно не растягивайтесь. Здесь поэтому это не надо. Для надо это не надо. Можете занять, вот видите, типа комната поделена на 3 сектора, вот, грубо говоря, с правой стороны станьтесь все, вот этот сектор займите и все. И милики, да. Когда будете выносить, соответственно, от этого сектора или левее, или правее, туда в жопу, блядь, вот туда, куда лестница куда-то уходит, там где какая-то хуйня крутится, туда не надо бежать. Возьмите огурцы себе на всякий случай, лапу, да, и нечаянно. Есть. Проверяйте бафы.
Все готовы, столовка пуля. Ой, отойди подальше, там бомбы появляются. Бомбы появляются под боссом, вокруг босса. Он вокруг себя раскидывает. Раз, раскидал, видите? Отошли. Нихуя себе. Женек, ну, блядь, ты заебал нахуй в натуре. Он через мины отбегает просто. Ты можешь под ноги, блядь, смотреть или нет? Это нахуй не смешно вообще, блядь. А, чё, заебись стоять все вместе? Мам. Мины опять новые дали. Рейндж между с тобой 8, держите, РДД. Я буду назад отбегать к ханту. Беги, малыш, ушли. Все, все, столовка, и сразу обратно. Быстрее обратно его ставь. Сейчас мины опять раскидать. Он должен их раскидывать по кругу тут. Женьку буду к трупу отбегать. Ушли. Середину сразу. Срез-то от этой хуйни умер. Походу, я вместе с Телдрином в одном баке был. Его не шотнул, у меня шот. Я не вижу, где ты лежишь. А вон, возле РДДшника, возле демона. Сейчас по фазам все освоим. Ушли. Так, смотрите внимательно, мины еще не пропали, но они пропадут. С круга выйдите, когда будет подниматься эта хуйня, она откинет. Стойте тут рядом, сейчас мины пропадут. Ты метки сними там на себе, только оставь. Чтоб за спину. Я на себя не ставил вообще, блядь. На мне есть только метка и на столовке. Он сейчас будет рандомно стрелять лево-право, бля, там, ну, хуй просышь, куда. Ну, чтобы РДшники вокруг стали, я думаю. Нет. Тут надо зайти за спину, когда он начнет крутиться. Локи, можете портал поставить под босса, блядь, чтобы вам было проще сюда забежать. Все, хилим, тут жестко сейчас будет. Ближе к боссу подбегайте, готовьтесь. Только не вплотную. Вот обстрел, смотрите, по часовой стрелке все за спину. Бля, это звуки пиздец. А чё ты сдох, звук? Я его не прохил, ебать. Саня, прям как ты шмаляет. Массакру. Ну больше хилов. Им на ХП. Даю, ракета даю. Летит, смотри, выйди. Даю, 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 даю. Давай. Не знаю, в Елизоне стыдно нормально. Это пока. За спину. Ох, ебать, что такое?
нихуя себе. Не, ну вот сейчас оно адекватно стреляет. Это да, ща. Это хуйня. То есть это хуйня, оно так и должно быть. А вот в конце пизда. Ну там на спину надо смотреть, вот где ракеты висят, за ними. Да, сейчас, сейчас пуля можно ориентироваться. А вот когда на третьей фазе, там начнется хуйня, точнее на четвертой. Там также надо, просто лучи будут криво лететь, но нужно на, все равно на спину смотреть. Вот где ракеты, там надо находиться. Да, может в 6 хилов? Да, лучше в 6, потому что жестко просаживает вот эта хуйня. Ну сейчас не сдохнут. Главное живыми дойти до четвертой, там, там еще хуже будет. А хэм это вообще очко, блядь. Ну маны у хилов не хватает, наверное. Там понятно. Хочу заметку, хочу заметку. А, понял. А, нет, но... не хватает маны. Кого мы можем спекнуть в хила? Вайда? Вайда. Но здесь холипал, я думаю, не актуально. Ну почему, блядь? За неимением лучшего он ведь охуенно зайдет. Типа третий, блядь, хуй его знает. Ну так а что, он поднимает, заебись. Там просто не, люди нормально, нормально, холи паут, тут ну, любой хил нормально. Попробуем? Не, не вариант. Попробуем. У нас РДД, РДД крита тогда-нибудь. Не, у меня есть ДЦ, но я хуёво ДЦ сразу. Хуя, 5 лямов, 897 тысяч нахуй, ракетный зал, на нахуй. Ракетный зал? Это вообще пиздец. Может этот, спекать. 6 лямов нахуй. Ладно, рец, спекать это доводит. Знаете, да, тут хуже должны будет. Все впритык к нему стоять, блядь. Нет, не впритык. Он кидает, вот где кружок маленький есть, он кидает волну жара туда. Она огнем... Эта волна бьет по 2000 всего. В смысле по 2000? Она бьет, блядь, сначала, и потом по 4 тикает, блядь. Сколько там, 10 секунд или 15? Она висит же еще. Сейчас я ее, блядь, добавлю в вуду, нахуй, и посмотрю, будет потом охуенно. Нормально-нормально она тикает, блядь, я охуеваю прохиливать. Если весь рейд встанет, нахуй, в центр, ну, помимо миликов, просто все сдохнем. Плюс ракета туда прилетит 5 лямов, блядь. Ну, ракета вообще ебать жесткая. А она. На каком расстоянии вот эта хуйня от него отходит? Какая? Ну, вот жар, я говорю, кружок, это... кружок, жар. Кружок, который есть, видел на полу, вот из которого он поднялся вот на этом расстоянии? Ну все, значит, все РДДшники стоят вот. За этим кружком, и все, дальше не надо вообще отходить. Там суть такая, что когда пушка стреляет, ты становишься перпендикулярно выстрелу, все, тебя уже не дамажит. То есть, бывают моменты, когда тебе в одну сторону два шага надо сделать, в другую, и ты все, ты не получаешь дамаг вот от этих выстрелов. Да ладно. А, снайпер гель не пирался так к этому, к столовке впасть? Ну, это хуйня, как бы, ну, у нее простая механика, это конус, блядь. У нее есть какой-то конус перед ебалом, логично, блядь. Да, и все. Ты про лазер? Да, про сейчас вторую. Нет, не, не про лазер, а вот про эту короткую кидается. Очередь. А, короткая да. Очередь? Ну, это случайная вот. Цель просто, одна случайная цель. Просто он быстро очень стреляет. Да, мне кажется, такой, в таком случае там лучше не бегать на этой фазе. Вот, ну, в смысле, пока он не начал лучка вставать. Ну, а конечно. Просто стоять, прохиливать и дамажить. Ну да, просто нужно... Ну, здесь я не знаю, кто по памяти знает, когда этот лазерный обстрел будет. Я примерно по памяти. Он, по-моему, 40, что ли, секунд. Вот как она появилась, эта хуйня. По-моему, 40. Или 30, блядь, или 35. Вот где-то вот такое время проходит, и он начинает лазер кастовать. Если к лазеру не успели люди сбежаться, это сразу минуса будет. Просто люди попадают. Ладно, раздавайте бафы каска. Дайте этот, я тут живса поставлю. Кому надо починить? Конечно, всем. Ну, три метки поставил. Давайте три коли паладина, то эти метки как бы встанут. Проще. Давайте, Алисочка в крест. Вот, да туда в череп. Туда в этот в квадрат не надо вообще никого ставить. Я имею в виду, ну, на третьей фазе. Какой там, где вот он начинает вот так постреливать. Mm. Все РДДшники разойдутся просто по кругу.
И все, и паладины вот так же разойдутся, и будут их подымать. Ну смотрите, он два раза обстрел начинал вот в эту сторону, где сейчас квадратик стоит. Скорее всего, лучше надо встать со стороны черепа будет, сюда. Ну и да, и ориентироваться тоже, если там Гавай говорит всем в череп, то все в череп. Все в квадрат, все в крест. Кафарина, давай ты вот тут справа, где стоишь. Рыло, уходи больше туда, ну, к кресту. Твоя та сторона ближе. Ну, ДЦ тут уже везде, короче. Женек, подойди, смотри, заебал. Да, Женек, внимательно, пожалуйста. Давайте, баф. Если не уверен, что ты, блядь, сейчас по мине ебанешь и сдохнешь, ну нажми зеленку, я хуй его знаю, там не зыбку отдай, блядь, чтоб просто выжить, блядь. Между собой раньше 8 встаньте. Все готовы, блядь. Вот там, где стоит сейчас Лок, и вот где бегает Мах, вот там вы и сдохнете, блядь. Встаньте левее, туда, к рейду, блядь. Вы там хуй кто будет хили, вы сдохнете сейчас. Давай, Геру, похуй. Не-не, она тут не нужна. Да переведем быстрее, посмотрим. Ну дайте Геру хуй с ним. Ушли. Арстайл сапер. Теперь мораль, понял? Короче, он ДКшника выбирает точечно, блядь. Не, у меня это шоковый удар. Включайте зеленую, блядь, чтобы быстрее выбежать. Я не знаю, как у вас не получается. Ушли. Все, столовка. Быстрее сразу обратно возвращайся. Шоковый удар. 2-1. Каст. Малышка, беги. Шоковый удар через 3 секунды. Добиваем на мужика, нахуй. Все, стоим. Отошли с середины. Сейчас мины пропадут. Смотрите внимательно под ноги. Сейчас выйдет, да, эта башка? Нет, сейчас грудь. Вот эта хуйня уже стрелять начинает. Да. Да? Угу. Ну все, рассоситесь просто чуть по кругу. Копало, займите свои позиции. Пал в прошлый раз, что ли? В метке, да, ты имеешь в виду? Ну да, я же говорил. Это, бля, так он классный, это босс пиздец. Он ебанутый. Не, он милашный, бля. Давайте по очереди, там если будет просаживаться, массакру. Первая Алисочка, второй Ладомир, потом Егор. Что-то в квадрате вообще хуй хила. Еще держите руки на руса. Войт, после чего он гастует этот обстрел? После какого скилла? За спину. За спину, быстрей. Быстрей за спину. Раз, два. Ну что, нормально там стоит собаться? Не после скилла, а по времени. Блять, я череду нажал, ёбаный долбоёб. Че, нормально все? Он по времени кастует его. Ну, он мне ДБМ не пишет нихуя про этот обстрел. Ну да, не пишет. А теперь начал писать. Следующий обстрел будет через 30 секунд. После первого начинает писать.
Ну, у меня заанонсил, типа, такой звук был характерный. Ну, там надо сбежаться, типа, к нему и найти спину и зайти за спину, успеть за время. Мне кажется, нужно все в милизоне бегать. Тебе кажется. Да, я посмотрел, он жар на всех кидает, но... Вообще пиздец, жар, ебашь. Жар далеко, рейндж никак не 8 метров, но... написано. Не, ну вот смотрите, РДДшникам, в принципе, можно стоять, грубо говоря, вот в этих метках. Череп, квадрат, крест, чуть может быть дальше. Да а потом походу... у вас время будет добежать. И я поэтому говорю, Локи, поставьте портал в середину, вам будет проще сюда забежать. Мне кажется, что можно вообще всем в кругу стоять. Просто вот этот жар, он вообще на весь рейд кидает. Я думал, только в кружке. Ты соло решил затащить с двумя хилами там, с Арсайлом? Ну, встаньте уже. Женек больше не будет помирать. Женек так понимаю, у тебя получается, красавчик, но как бы... Блядь. Этот, на гниломорде, помните, на рейнджу выпускают 8 человек. Вот, 8 человек надо выпустить, которые, типа, допустим, Локи и маги. У магов блинк, у локов портал. Все остальные просто в круге там под боссом стоят, чтобы они уже сразу не сдохли. Ну, еще ханты, допустим, у них отпрыг. Это наберется 8-9 человек. В них, чтобы вот эта красная ракета летела. А потом, когда босс лазерные стрелы анонсирует, они просто отпрыгивают, телепортируются и все. Давайте так попробуем. Да, плюс. Хуя 51 голд, починка, ебанусь. Ну, то, сколько стоит короткую очередь? Он выбирает цель и за случайно. Ней следит? Нет. Или нет? Он выбирает, он кидает. Начинает стрелять и по часовой стрелке начинает стрелять. Нет, а, это он, я он то, про другую обычная стрелка. Это обычная как автоатака, только случайную цель выбирает и все. Ну то есть он за ней следит, если поменять да не положение? Следит. Нет, он ни сразу... Никаким не следит, он случайно стреляет во всех подряд. Да. А я первый раз нахуй бегал за спину. Да не надо. За спину только на лазерном. Этот за спину он забегает, когда начинает вот этот обстрел. Да, я понял, по кругу. Короче, ясно все. Это на Хэме он тушит под собой. Вот где вот этот круг есть, он тушит под собой бомбой. И эта бомба еще сало дает или снижение скорости коста. А здесь такого нет. Просто жар на весь рейд кидается. Он захиливается. Пацаны, а что за красная кнопка там? Это хребот включается. Надо нажать. Да ну его нахуй. Написано, не нажимай.